Вот этот кот, дорогие друзья, кончил мне все. Он ободрал весь виноград, кору на винограде. Ободрал обои в моей комнате. Я сначала думала, что Тимур, сын младший, у меня балуется, обдирает. Но потом поняла, что это кот точит об них когти. Ну, в общем, я ничего не могу сказать этому коту, потому что он страшный мышелов. Он ловит крыс, ловит мышей, ловит всяких птичек. Не глядя на то, что он такой маленький. Сейчас жара, они что-то вообще у меня похудели. Кроме мяса ничего не едят. Если мясо им предложишь, тушеночки, вот они тогда да. Вот, все, я же вам говорю, что он прикончил весь виноград. Зачем ты его обдираешь? У тебя мало деревьев. Друзья, специально для любителей животных, для любителей курочек, уточек, коровушек, козочек, я делаю очень длинную вставку. 10 минут мое видео будет посвящено моим животным. Курочкам, уточкам, козочкам и коровушкам. Через 10 минут я вам начну жаловаться, как обычно, на то, что молоко у нас идет плохо, на то, какие проблемы случились, когда я переслала масло, как покупатель отказался его получать. Также про лекарственные растения. В общем, кому не нравится такая тема, деревенская, помотайте. Через 10 минут, и мы обсудим другие вопросы. Thank you.
еще мою футболку ешь, а? Чего ты? Да ты молодец, да, молодец. И вы молодцы. Да, молодцы. Ты глянь, они жрут мою одежду. Да уйдите. Бусинки. Ой! Идите, все, паситесь. Ну все, идите уже. Да, не надо целоваться. Маня, коза, всегда держится особняком. Ну, чего ты лежишь? Все уже ушли. Иди тоже. Да, с добрым утром. Пока я ходила, смотрела коз, тут у нас море разливанное. Там яйца надо из сена вытащить. Почему не могу? Могу. Она за цыплят ее гоняет. Они все время этих уток бедных мучают. Ты смотри, а! Да, они друг за друга закрыли, цепляют. Вон тут тоже есть щипалево. Да. Всего живого на земле борьба за власть. Да. Кто главный? Да.
Ну, в общем, вот так, друзья, такое у меня птичье царство. Муж у меня говорит, давай продадим. Давай продадим уточек, давай продадим цыплят, потому что зерна они жрут много. Вообще, утки вот эти должны пастись на траве. Но так как они стали взрослые, ходят с цыплятами, они вместе выросли, то они начинают ходить по всему огороду. И я никак не соберусь купить вот эту сетку для того, чтобы отгородить, чтобы утки ходили по траве. Может быть, сегодня я поеду выловлю за зерном в районный центр и там возьму. А на завтрак у меня вот... Друзья, лечу поджелудочную. Я просто счастлива, что я набрала лекарственных трав. И, в общем, вот этот рецепт классный. Я его догадалась до него сама, а потом обнаружилась, что он есть. То есть, когда у меня опять начала цеплять вот эта моя поджелудочная, вот, то я начала смотреть в интернете, значит, и по книжкам, какими травами ее лечь. Ну, там были как бы моносборы. Я их соединила вместе. Вы знаете, помогает. Здорово так. В общем, у меня зверобой. Этот бессмертник, вот здесь у меня висит пустырник, кто бы мог подумать, да, что пустырник может использоваться для лечения поджелудочной. Но дело в том, что он успокаивает, снимает спазм и, в общем, используется в составе сбора. И сюда еще нужно ромашку. И вот таким образом я завариваю себе каждое утро, ну, здесь где-то грамм 400 вот этого состава, грамм 400 воды заливаю. И все, и пью в течение дня перед едой. Помогает замечательно. Мне очень нравится. Мне люди писали, что сюда еще нужно мяты. Друзья, но мяты у меня нет. Причем мяты именно перечной. А, хорошо. Такой запах у него классный. И на вкус он горький. Вот здесь получается где-то столовая ложка. Как раз то, что нужно по норме. Мне надо уже вот эти свои лекарственные травы. Они у меня в наволочках лежат, в каких-то мешках, в кухне, на чердаке. Нужно... завести коробки и уже раскладывать, потому что у меня много чего есть. У меня есть, ну, много чего. Сейчас начну перечислять и половина забуду. Но в то же время много чего нет, и я, понимаете, как я как бы это не афиширую, молчу. Но на самом деле я общаюсь с людьми, с травниками, вот, и они мне пришлют недостающее. Так что вот, то есть свое увлечение травами я, конечно, не забросила. И мне еще сегодня нужно упаковать посылки с сыром, сделать большую переработку сливочного масла в бутылке, друзья, в пластиковой, потому что последний раз посылку, которую я отправила, получатель отказался ее получать. Отправили мы ее транспортной компании. Когда к ней пришел, значит, груз, коробка была в масле, друзья, там, знаете, как было, у меня там были полулитровые банки масла, обмотанные таким поролоном вместе с фольгой, ну, нормально обмотанные. Вот. И все это, значит, было в картонной коробке, плюс еще в упаковке. Вот, и когда пришло все это груз на место транспортной компании, вся эта коробка была в масле, то есть там банка либо разлилась, винтовая крышка, либо они побили эту банку. Покупатель отказался эту посылку получать. И, в общем, этот груз идет мне назад, вот, с актом. И когда он ко мне придет в Волгоград, я буду вынуждена поехать в Волгоград, вскрыть его там, посмотреть, что там на самом деле. Я не докрутила крышку, либо они побили банку. То есть, знаете, что я хочу сказать? Вот это вот, конечно, меня очень сильно напрягает, потому что представьте, сколько мне, ну, как бы, сколько делаю я труда для того, чтобы произвести сливочное масло, еду в это, господи, в транспортную компанию за 70 километров, чтобы ее там отправить. И, значит, по дороге с маслом что-то случается, понимаете? И все вот эти форс-мажоры ложатся на меня. Я опять вынуждена ехать, чтобы забрать этот груз. Я вот так подумала, нафиг мне это все надо. То есть, ну, то есть, мне это, конечно, вообще не нравится. Я понимаю, что и покупатель не виноват, и я не виновата, я отправляю груз в нормальном состоянии, понимаете? Кто виноват? Транспортная компания. Ну, чтобы, как бы, найти концы и предъявить какие-то претензии и взять какие-то деньги за все за это. Но это, понимаете, это все проблема. Естественно, так как покупатель у нас конечное звено цепочки, и он всегда должен остаться в шоколаде, я ему верну деньги, вот, и заберу груз. Ну, то есть с этой доставкой я в полном пролете. Столько труда затратить, и чтобы вот так вот все это назад вернулось, поэтому я не буду больше паковать масло в стеклянные банки, только в пластиковые бутылки. Во всяком случае, они не бьются. И вряд ли они проливаются, если только коробку проткнут каким-то гвоздем.
Вот, только так. А вообще, раз не получается реализовать молоко, ну, более простыми методами, а такие сложные, это слишком сложно. Понимаете, друзья, творог, вот сейчас я скармливаю уткам, потому что я чувствую, что у меня уже он не влезет в морозилку. То есть, у меня еще больше, как вам сказать, оснований для того, чтобы коров все-таки продать. Вот. И вместо того, чтобы днем, допустим, заниматься тем же самым придением пуха либо огородом, я перерабатываю молоко. Пойдемте, я вам сейчас покажу. У меня сегодня большая переработка сливочного масла, друзья. Опять будет топленое масло. Масло очень хорошего качества. Естественно, я стараюсь, но все это будет по пластиковым бутылкам. Замороженных сливок у меня вот здесь накопилось на несколько дней. И сегодня я это все переработаю в масло, надеюсь. Вот так, видите, сколько. Люди у нас любят задавать вопросы. А зачем ты строила сараванию, если не будешь заниматься молоком? Друзья, это помещение пригодно для всего. Здесь можно делать, например, колбасу, тушенку, да все что угодно. Все, что ваша душа захочет. Здесь можно с хлебом заниматься, с тестом. То есть, понимаете, вот эти нержавеющие столы, мойка, ну как бы стеллажи, розетки, свет. Здесь можно делать все, что угодно. Вот все, абсолютно. Все, что ваша душенька пожелает. Поэтому я нисколько как бы не жалею, что я вот эту комнату для себя сделала. И да, меня держит, в принципе, держит то, что я не хочу переводить коров. Ну, то, что у меня оборудование для переработки молока много всякого есть. Но опять же, это молоко можно будет купить, вот, если что-то там тебе сильно хочется. Вот, тем более, что, понимаете, как я чувствую, что все это уходит в прошлое, вот эти все доставки, поставки, пищевые продукты. Страшно с ними связываться, потому что столько труда закладываешь в то, чтобы все это произвести. И в результате, ну понятно, что ты остаешься крайним, ты работаешь себе в убыток. То есть, конечно, лучше всего вот подоил корову, отдал сырое молоко по нормальной цене, и все, ни мятый, ни клятый, ушел делать, друзья, другие дела. Но мне на самом деле особо некогда, я же говорю, мне сейчас надо собрать посылки, положить туда Фаберлик. И мне пришел мой заказик с Фаберлик, до 11 надо поехать забрать, заехать на рынок еще, купить мешок зерна своей птице. Вот, вот такие дела, друзья. И, наверное, дать объявление все-таки по поводу коров, телят, двух бычков и телок. Оставляю, вот, знаете, с одной стороны, вроде охота продать, да? Я понимаю, что, ну, невыгодно это. Муж мне говорит, сено накосили. Я бы телку вот эту черную оставила. Черная телочка, это, знаете, чья дочка. Помните, у меня была корова с железом, вот эта ярославская порода. Мне пришлось ее зарезать. Там в результате обнаружилось не железо. А мы же ее отдали на колбасный цех на бойню. В общем, они сказали, что там моток веревки у нее был. Она такая хорошая корова была, когда мы ее купили. Нарезка начала худеть. Ну и все. И в конце концов мы ее долго не резали, а потом пришлось сдать, а куда деваться. Вот так. И от нее осталась дочка, вот эта телочка. Не знаю, мне вот как-то ее жалко. Вот может быть я ее оставлю. Вот ее оставлю, еще одну корову, а может быть вообще ничего не оставлю. Но вы знаете, что вот эту вот тягомотную песню я завожу уже давно. Многим, друзья, она не нравится. Но я вам хочу сказать, знаете, а мне не нравится, когда вот эту вот бьют в барабаны и бьют в фанфары, трубят в фанфары, да, дудят. И вот ходят маршем и делают у зрителей, как вам сказать, создают перед зрителями такую зарисовку, что сельское хозяйство у нас... На самом деле, не совсем еще загнулся. Я не знаю, как где у нас загнулся. Так что так, друзья, ну я не расстраиваюсь ни в коем случае. Вы не забывайте, что у меня есть пух. Это вообще эксклюзив, которым я тоже люблю заниматься. Вот. И он может служить источником дохода, просто этим надо заняться. Так же, как вот это может, понимаете? Может. Но когда вот сталкиваешься с такими проблемами, я еще раз говорю, это сколько труда надо, чтобы произвести топленое масло? Представьте, подоить корову, просепарировать молоко, сливки поставить в морозилку, сливки вытащить из морозилки, взбить сливочное масло перетопить в топленое масло, упаковать, всю, как сказать, на каждом этапе всю посуду помыть, сепараторы, фляги, поехать, отправить и в результате получить вот такую как бы рекламацию, нарекацию, что в дороге масло куда-то делось, разлилось, и покупатель отказывается это получать. Ну вот это что? Мне это вообще не нравится, это, знаете, прям
Вот такие, да, у меня сегодня жалобы на жизнь на свою. Друзья, смотрите, какой подорожник я вырастила. Я его специально не полю, поливаю вместе с розами. И у меня вырос вот такой шикарный куст. Вот он сейчас зацвел. Вот здесь будут семена. Хороший подорожник. Из него можно и сок, и посушить. Вдоль дорог собирать, друзья, он пыльный. А вот здесь хороший. Также исключительно в лекарственных целях растет у меня вот такой лопух. И кроме того, он здесь создает ну, какой-то, знаете, такой куст. Потому что вот лопух у нас вырастает. А все остальное с такими листьями не растет. Так, хрены, я смотрю, его начали какие-то букашки есть. Посмотрите, да, надо побрызгать. Я поливаю огурцы, пока с вами разговариваю. Я так думаю, что уже, наверное, полилось. Да, вот такие огуречки. О, перерос кабачок за это время. В общем, да, друзья, вот такие дела. Пойду я сейчас собираться, быстро паковать посылки, потому что я отправлю их из дома по онлайн-отправке и отдам просто коробок на почте. И все, и всем пока. В бархатцах очень много полезных свойств. Это лекарственное растение, я собираю его для сушки. Сушки его вот так срезают цветочки с небольшим кусочком стебелька. И вообще цветы все сушат, друзья, в темноте. Тогда у них будет яркий цвет и много полезных свойств. Друзья, как это все прекрасно пахнет. Запах, конечно, бархатцев просто сногсшибательный. Вот так пока оставлю. Потом, когда буду посвободнее, унесу на чердак. Здесь у меня, смотрите, это лепестки пиона. Ну, это вот то, что я заваривала, вы видели. То есть у меня много всего. Ну что, друзья, пока суть додела, я уже съездила в районный центр, увидела, что по дороге расцвел мордовник. Обязательно хочу собрать. Это вот такая синяя колючка, такая прям большая. Есть мелкая колючка, синеголовник, а есть большая, мордовник. Так вот, мордовник хорошо при рассеянном склерозе. И я обязательно его хочу собрать. Среди других показаний у него есть показания. Он лечит, друзья, рассеянный склероз. А бархатцы, я вам так предварю, вот если съедать по одному бархатцу каждый день на утро, они горькие, восстанавливается зрение. Будем есть. Честно скажу, это не очень вкусно. Это совсем не вкусно, но я все-таки доем. Да, хочу вам показать, какие бутылки я купила, белые, специально под топленое масло, чтобы на свету оно не осаливалось. Фу. Может, конечно, к этому привкусу надо привыкнуть. Ну, в общем, есть можно. Так, скотч, чтобы посылки паковать. Вот такие бутылки. Вот теперь в таких бутылках буду отправлять топленое масло. Это хорошо, что тары непрозрачные. Я специально выбрала такие беленькие. Ну и по случаю, вот, смотрите, бумагу для выпечки. Для того, чтобы печь хлеб. И забрала, наконец-то, свой заказ с Faberlic, друзья. Я его распаковку буду делать отдельно. Хочу показать вам сразу же мужские трусы. Вы знаете, хорошие. Я сыну одела в такие трусы. Вот теперь беру мужу. Хороший трикотаж. Прям путевые трусы, правда. Смотрите. Такие, как вам сказать, трикотажик тоненький, в то же время плотненький. Ну просто прелесть, не дешевка. Хорошие трусики. Вот обратите внимание. На Faberlic можно подписываться, как вам сказать,
целенаправленно для того, чтобы пользоваться, например, бытовой химией. Бытовая химия у них классная, правда, хорошая. Очень хорошая, можно сказать, что так. Вот. Ну и, например, вот трикотаж. Я ношу бюстгальтер от Faberlic. Вот все время в нем хожу, кстати, не снимая, можно сказать. У меня сыну очень нравится вот такое мыло. Это я прям, можно сказать, ему взяла. Так. А, это пудра по распродаже. Ну, вообще, меня, конечно, можно сказать, что, как вам сказать, по деньгам больше всего потянул вот этот массажер. Это сейчас у нас очень модная штука. Благодаря микротокам, ультрафиолету, ультразвук, то есть, он воздействует на глубинные слои кожи. Так. Работает он, кажется, от зарядки. В общем, я заряжу, потом покажу, как это все, друзья, действует. Вот такую штуку я купила, стоит это больше 2000. Таким образом, я решила себя порадовать. И была сейчас на базаре, и мне предложили корову. Таня говорит, тебе корова не нужна. Кто-то там продает хорошую корову, представляете? Я говорю, не нужна мне корова. А вот сама говорю, что корова мне не нужна, а у самой, понимаете, внутри зудит, а может быть, все-таки купить? Куда мне ее девать? Так что вот так. Ладно, друзья, все, видео пока завершаем. Все остальное потом. Бархатцы не очень на вкус.